Сегодня в полночь, когда все живое медленно превращалось даже не в тыкву, а в тыкву, заледеневшую на морозе кое-где под минус 40, кое-где на карте Екатеринбурга все же образовалась горячая точка. Находилась она в чудом уцелевших остатках юго-западного поселка на самой границе с наступающими высотками в районе перекрестка Фурманова-Шаумяна, в домовладении номер 28 в переулке с огнеопасным названием Торфяной. Хозяин дома, ну или, по крайней мере, его жилец, зачем-то на ночь глядя упорно топил баню. Уверяет, что очень заботливо, и каждые 10 минут заходил проверять, как себя чувствует печка и все остальное. И вот в очередной такой заход вдруг обнаружил, что огонь уже не только в топке. В 20 минут первого сегодняшней ночи он поделился этим наблюдением с пожарными по телефону. Тут надо заметить, что баня в этом домовладении очень мудро приставлена впритык к избе. Между ними, дай бог, если метр наскребется. Так что неудачная подготовка к ночной помывке могла освободить будущих застройщиков этой земли от необходимости чего-то тут сносить или разбирать. Но пожарные по опустевшим улицам добрались просто мгновенно. Так что не то что дом, даже баня толком вспыхнуть снаружи не успела. Но напоследок она почти все, для чего задумана, обеспечила. Тут тебе и огонь, и вода, и пар. Словом, все, кроме помойки. Подали два ствола, один на тушение, один на... Короче, на крышу магистральная линия Начкалова. Один было проложено. Работало три машины автоцистерны. Личным составом 12 человек. Пожар локализован, потушен. Все.